И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Ark Extension, точнее, не модом, а DLC. Хотя по факту DLC и мод это одно и то же, только DLC это дополнение от разработчиков, а мод это модификация пользователей. Кстати, я примерно то же самое говорил, когда добавили операцию. И люди бомбились от того, что я DLC называю модом. Смешные людишки. Ну да ладно. В общем, что изменилось? Да чё, ровно чё там нифига, кроме того, что я забрал свою ловушку. Думаю, пока у меня есть желание, и я, так сказать, ещё при памяти, что мне нужно делать... Решил стартануть в зиму. Да, вы же догадываетесь, зачем я решил туда стартануть, забрав с собой ловушку. Оделся я потеплее. Да, у меня нету шерсти на все, но я методом научного вычисления и почетом своих финансов в плане кожи. Господи, он такой чичмик. Кошмар, нет, такой скин намного круче. Ой, блин. В общем, методом вычета я понял, что шапка, то есть самое лучшее, это, конечно, броня и штаны. Господи, ботинки и перчатки, они одинаково хуже, нежели шапка. Поэтому я решил, в коже все это одинаково, все три предмета, поэтому я решил заменить шапку на меховую. Ну, то есть, ну, немножечко тепла прибавил, защита от холода. Цельность ткани это сотка, а так как там не было сильного холода такого же, который тратит хп, то, я надеюсь, этой сотки мне должно хватить. Очень надеюсь. Взял полностью все, что у меня было. Именно вся вот эта ловушка. Вырвал ее из угла, по факту. Она мне там, если что, даже не нужна. Я ее потом перенесу туда наверх куда-нибудь. И потом переделаю каменный. Но это уже будет потом. Не сейчас. Сейчас мне зачем это надо. Вот. И как бы здесь уже будет обычный фундамент. И все будет хорошо. Экипируемся на Аргентависа и, конечно же, летим туда. Черт, я забыл взять арбалет, стрелы, все дела. Я не знаю, сколько у него оглушения, поэтому нужно будет побольше взять стрел. Кстати, соответственно, залутать надо все эти наркоберики. Забыл. Залутаемся и полетели. Сейчас, короче, такой крафчу стрелы, я так думаю, ну, пойду, короче, это... Солом подлутаю, у меня солома что-то маловато, а тут стоит столб. Я такой, хряп по нему ударил, кристалл, хряп по нему ударил, кристалл и элемент даст. То есть, элемент даст. То есть, фонари лутаются. Элемент даст, прикинь! Кто же знал-то? Да, это я лутал. Смотри, его можно как-нибудь полутать? Нет, нельзя, жаль. Прикинь, я сейчас все буду ходить туда, пытаться залутать из-за этого. Прикинь! Элемент даст, ядрить. Ну-ка, а вот такую фигню можно лутать как-нибудь? Нет? Окей. Я теперь реально буду все пытаться залутать. Это что за песос такой? Офигеть! Элемент даст получил, кристаллы получил, тупо из-за того, что сломал фонарь. Хотя это вообще прям вандализм тут прям это поощряется даже. Окей. Ну ладно, в любом случае стрелы я забабахал. Даже немного дополнительных ресурсов вылутал. И все вполне неплохо. Ну, я думаю, столько-то мне стрел должно хватить. 120. У меня здесь же одна есть. Ха! На уж. Ну все. Еда есть. Постройка есть. Наверное, надо бы наркотиков сделать. Я, наверное, зря все наркотики переделал в эту фигню. Ну, если что, там налутаем ягод. Погнали. Ну, немного подумав, я решил лететь напрямую. Думаю, какая лестница? Так быстрее будет. Ну да, немножечко опасненько, но я взлетел повыше, зато лечу быстрее. Намного быстрее. Не делал руколя. Нафиг это. Ну, хотя вот, не знаю, около скалы будет опасно или нет, но... Всяко быстрее.
Не, все-таки прикольно то, что я могу видеть, что находится внутри. Причем, находясь внутри, я не смогу видеть то, что находится снаружи. Это необычно и прикольно. Но зато, так сказать, нежданчик меня не будет ожидать. Хотя вот теперь нежданчик будет... А, не, хотя немножечко я вижу, что там снаружи находится. Например, вон они сражаются, да, то есть они сражаются там снаружи. Но кажется, как будто они сражаются в снегах, а по факту-то нет. О, Савендель. Сраная труба. Надо полимер срочно, короче, найти. Точно, зима. Здесь же должен быть этот. Так, 42-й левел. Нет, я там 120-го где-то видел, помнится. Здесь же должны быть эти пингвинчики. Надо бы их поискать. 60-й. Он быстрый Савендель-то, а? О, 120-й. Огонь. С кем сражаешься? С Диадонгом. Насрать на него. Так. И... Ну, деревянная постройка, как ни крути его. О, здесь уже база стоит. Прикольно. А чья база? СССР. Ну, тоже нормас. Кстати, у нас здесь вроде бы два СССР. Один СССР как СССР, другие ЮССР. Ну, в общем, короче, это... Вы поняли. Одни по-русски, другие по-английски. Ну, вот. Так, ну, территория бы не помешала бы зачистить. Ой, я вожака схватил, прикинь. Какой левел вожака? Слушай, левел-то вроде больше. А, нет, 102 всего лишь на все. Ну куда так полетел-то? Убьет, отталкивает еще. Ну, я хочу его загасить. Чисто из принципа теперь уже. Ну хорош. Бьет меня и толкает. Ну не козел ли? О, отлично. Шкура же, блин, точно. Снизу еще шкура падает. Ну ладно, других бить не будем. О, я вовремя прилетел. Метеориты начали падать. Огонь. Ай, блин, короче, завалю тогда. Вау. Там этот, новый этот, моб бегает. Не, что-то очково стало. Я тут решил вообще окончательно все зачистить, чтобы уж точно не мешали. И такой, оп, на меня такой бежит издалека. А потом прыгнул и в дерево врезался. Фух. Ну, кстати, да, вот видите, да, метеориты не падают, но они не взрываются. То есть от них просто эффект остается. Полета и не более. А в городе даже эффект сбивается. Вон он бегает. Интересно, он агрессор или нет? Вот сраная труба. Вот, ей-богу, ну сраная труба. Через нее нифига не видно. Надо бинокль сделать. А для этого мне нужен полимер. Вау, ты куда полетел? Чего? Что? Ты что ли там вот это вот луч сейчас вниз? Пиздыщ. Это, короче, это, ну, блин, это не того. Ты че такой резкий? Слушай, я очкую его. Я его реально очкую, так как он это. Какой левел-то хоть, а? 120-й, ну ёб твою ж налево. Да что ж меня так везет? Ладно, давай, короче, ну, лучше новое место поищем. Или можно построиться. Что-то я не хочу здесь строиться. Уже. Да, уже не хочу. А, такое красивое место. Давайте здесь строиться. Нафиг. Просто не хочу далеко вести этого филина. Он как бы 100... Где 120-й? А, вон он, господи. Да! Да, мать вашу. И ты здесь, да, еще? Ну, отлично. Вон 120-й. Самец. Ну, окей. Давай думать. О! Чуть дальше отлетел самка 120-й. Это уже интереснее. Здесь, по крайней мере, этих ублюдков нету. Нет, честно, я пока что их всех очкую, так как я же не знаю, что от них ожидать. Ну, допустим, мамонт. Да я даже от 120-го знаю, чего ожидать. И даже 120-й мамонт меня не убьет. А от этих я еще пока что не знаю, чего ожидать. О, 120-й самка еще одна. Не, слушай, там раскраска красивее. Я хочу ее. Ну, в смысле, ту раскраску. Да, в общем,
Правильно, я решил, что... А, да ладно, ты прикалываешься опять. Ну опять, ну опять, ну опять. Вот опять. Ну опять это куски говна там влазят. О, труп. Труп это хорошо, труп это хорошо. Труп это означает шкура, кожа, все дела. Здорово. Я не против. Кто обосрался, ставьте лайк. Блин, очково было прям конкретно. Я все еще реально не могу привыкнуть к тому, что вот есть такая вот фигня. Ты живой, да, еще? А, извините, извините. Я думал, это всего лишь навсего труп. Так, строимся, короче, здесь. Вот прям тупо, короче, буду строиться здесь. Ну все, баню. Ну, хотя они дрищевасты. То есть вот их. Сова. Мамонт. Там вроде бы еще один мамонт. То есть они 120-го зафигачили. Окей, это неплохо. Кстати, я решил построиться чуть повыше, чтобы был доступ к траве. Ну, а еще по факту я пошел траву, дерево, солому залутать, а чтобы это... кроватку сделать. На ошибках учится. И я такой, о, а если я сдохну, что со мной будет? И погнали делать кроватку. Вот примерно так я и решил, что надо построиться вот на этой скале. Да. Ну и все-таки здесь трава, спавнится, все дела, то есть... А мне все-таки наркобарики, возможно, нужны будут, я ж не знаю. Это веточка была. Окей. Лутаемся дальше. Итак, в срочном порядке пришлось переделывать ловушку и составлять с другой стороны вторые ворота, так как предыдущая версия ловушки была рассчитана под Птера, а не под Аргентавис, который просто-напросто в дверной проем не пролезет. Да. Установил такую маленькую кибиточку, и в ней стоят две кровати. Почему бы и нет? Больше ничего не вижу смысла ставить, так как все остальное влазит в Аргентависа без лишних заморочек. Так, с места он не сожрал дофига, точнее она. Так что это хорошо. Давайте урон вкачаем. Почему бы и нет? Вполне неплохая боевая единица. Хотя хпшечку бы до 5000 отвести было бы неплохо. Но для начала немножечко урона поднять тоже не помешает, не повредит. Теперь что мне нужно? Теперь мне нужно найти вот эту совельню. Где ты, совельнюшка? Вон там где-то. Вон там, вон там, вон там, вон там, вон там. Вот, снежная сова, вот. Это фигово, так как на озере там кое-кто болтыхается. Ну, вы сами видите внизу, да? Поэтому как-то так. Сагрилась, отлично. Летит быстрее Аргентависа, примерно скорость Птера. Но я лечу на ускорение и просто-напросто не попадает, так как во время атаки немножечко тормозится. Это неплохо, кстати. Аргентависом очень удобно. По размеру больше Аргентависа, если что-то пошло. Чуть-чуть. Самая малость. Да ладно. Это уже смешно. Так, теперь надо как-то что-то делать тут придумывать. Как сделать так, чтобы дверь закрылась? О! Слушай, это неплохо. Быстро отэтывается. Агрессия спадает быстро. Это здорово. Это здорово. Почему? Потому что это мне и нужно. Так, Аргентавис, стой. Ну давай. Посмотрим, что у нас выйдет без Аргентависа. Так. Не нужно забывать о путях отступления. Переделываем ловушку сразу же здесь на мануал. А здесь закрыть? Я-то смогу и здесь пройти. Так, Аргентависа нужно перетащить. И будем вручную пытаться загнать в ловушку. Почему бы и нет? Так, осталось только найти, где это чудо летает. А это другая. А где моя? Той самой раскраска, которую я выбирал. О! Ты прикинь! Я смотрю, ты далеко не убегаешь, да? Ой, она вся красная, это фигово. За мной?
Эй, тихо. Так, спокойнее. Сильно не нервничай. Алёш, давай. Слышь, я сейчас так начну оглушать, а? Блин, я уличности конь взял. Вот лажа. Ведь у меня и обсидиан был, и все было. Ой. Хей, давай иди сюда. Вообще-то смешно. Ха-ха-ха, ты тут летаешь вокруг. Я говорю, сюда иди. О, отлично. Ну, ты что, в дверь что ли не пролазишь, алё? Хорош уже, блин, летать вокруг. Во, погнали, теперь за мной беги. Беги за мной, за мной, за мной. Отлично. Хоп. На месте. Не понял. Фу, господи, попадает. Я уж думал, все, дамаг не проходит, все дела, короче. Все плохо. Не, нормас. Нормас, оглушение идет. Но я не знаю, сколько нужно стрел и сколько у нее хп, сколько нужно в целом, потому что, ну блин, извините, я уличительное стекло забыл. Затупил, забыл. Ну давайте оглушать, почему бы нет. В любом случае, 120-я точно такая же есть. Да, не такой красивой раскраски, я не спорю, но, блин, есть все-таки. Она слева, в общем, ну что поделать. Но кровавывается прям вообще, прям конкретно на ура. Я думаю, здесь примерно как Аргентавис будет оглушение. Но хпшечки уже было в немало. Тут я и не спорю. Она уже была окровавленная, и это фигово. Фигово. Хорошо. Сейчас другую загоним. Так, давай. Ой. Ага, вот так, отлично. Хорошо, сейчас другую загоним сюда. И там уже надо похилять. Блин, увеличительное стекло. Почти. Обсидиан, кристалл, обсидиан, силик, металл надо. Но это фигово. Бинокуляр. Полимер. Вот где эти полимеры сейчас выстрела? Да уж. Ладно. В любом случае. Надо будет похилять обязательно. Скидываем все сюда и погнали. Ха! Смотри, что я нашел. Я приземляю летуна. Таким макаром. Отлично. Ну и заодно на себя переагрил. Да! Алло! Да хорош, что всех подряд агрится. Тебе так хп мало. Ну еще там волки, блин. О, твою мать! Да что такое? Не судьба сегодня мне, походу, дело ее притомить. Так, ну тут-то подраненные уже точно загасили, это 100%. Тут, как говорится, в гадалки не ходи, да и хп у нее маловато. Так, надо дверь открыть. Вот, но... Будем искать другую, куда деваться. Да блин, да ты угорел что ли? Залезть не можешь по такой поверхности. Но волков надо все равно завалить, потому что они недалеко от меня, и это фигово. Прикольно. Газбакс. Так как это территория рядом с выжженной землей, то сюда газбакс зашел. Вот даже не один. Прикольно. Блин, еще хотя бы хоть какой-то адекватный левел. Нашел единственный 90-й, но что-то, короче, он там с волками дерется. Так что тоже такой вариант фиговый. А, уж не так-то уж легко найти.
120 левел. Тут троих нашел, в итоге одного сам завалил, а одного волка, волки загрызли, а третий вроде бы где-то здесь тусуется, но его тоже сейчас зафигачат. Ну, он 60-й, и он 120-й. Да уж. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Надеюсь, это не на меня? Не на меня, отлично, это хорошо. Хорошо. Так, кто-нибудь согрелся? Отлично. Кто-нибудь согрелся? 60-й, ну, дел такое себе, знаешь, чувак? Я хочу вот 120-го. Я хочу 120-го. Ну, твои дамаги по мне как бы вообще пофигу. Ну, 60-й согрелся. Точнее, переагрился, это хорошо. Так. Тот, который темный, нужный мне, да? Так. Тут как-то не слишком-то уж и безопасно. Ну-ка, давай-ка еще раз проверим. Точно уточним. Да, темный это тот, который мне нужен. Ну, почти. Оп, и кто за мной? Никто. Да чтоб тебя. Фух, ну с помощью багов я в итоге его заманил. Встал, короче, на двери, он залетел вперед, а я, собственно, вылетел. Так, ладно, в любом случае, 120 есть, но у него хп, по ходу дела, маловато, все-таки как ни крути. Поэтому, кстати, за мной оба полетели, не знаю, где 60-й, отцепился, но, в общем, да, мне повезло. 120-й, собственно, остался на месте, это хорошо. Так, скидываем абсолютно все в Аргентависа. Для чего? Ну, чтобы похиляться. Точнее, похилять. Где 0.5? Вот еще 0.5. Похилять этого козла. Такс. Стойди. О, отлично. Еще. Экс. Ну, алло. Хорош постройку-то ломать. Ты можешь убить? Слышь, дрищ. Во. Ах, да чтоб тебе, зараза. Иди сюда. Сюда подошел. Сюда подошел. Я тебе сейчас голову-то распинаю нафиг. Дай быстрее от холода сдохну, нежели ты меня убьешь. А мне нужно, чтобы ты меня убил. Для чего? Чтоб отхилялся ты. Да хорош постройки бить. Не, можешь ударить. Тихо. Автоматические двери, я растуду тебя. Ну? Еще раз ударь. Нормально. О, отлично. Труп загрызи. Вот жопа. О, кстати, прикольно. Они это отображаются на карте как. Такс. Тихо, к этим воротам главное не подходить. Switch to manual, отлично. Так, теперь иди сюда. Ты что, труп сражать не можешь, что ли? Ты что, прикалываешься? Во, сожрал. Ну, наконец-то, господи. Все, отлично, хиляется. Ну, теперь будем надеяться, что все проканает. Берем арбалет, берем стрелы. Шмотки, чтобы жопу не отморозить. Так, вот эта шапка. И будем надеяться, что... Ты не сдохнешь. Ну, погнали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, считаю, чтобы вы тоже знали, 8, 9, 10, можете поперемотать немножечко, 11, вроде бы я не сбился, 12, а нет, вот 12, ха, слева-то счетчик показывает, сколько я стрел использовал, ха, отлично, считать хоть не нужно, 14 уже, 15,
Блин, он уже кровавится потихонечку. Хорош ломать уже мои построечки. Просто ляжь и спи. Знаешь, что говорю? Ляжь и спи. Спать ложись. Так-то борзеть хорош. Ну сколько можно-то? Во! Нет? Так, давай. Ну хорош уже. А, все нафиг, короче. А ну тебя в баню. Ну и когда? Во, заметался, отлично. Чуть-чуть осталось. Чуть осталось. Давай. Ты прикалываешься? Спать нафиг. Я думал уже все, нафиг спать ложиться, а нифига. Просто решил приземлиться, пройтись. Эй, тихо, только не сдохни. Ей богу, я не хочу, чтобы ты сдох. Я думаю, ты тоже не хочешь сдохнуть. Поэтому давай ложись спать. Ну, хорош. Если я сейчас тебя, короче, с арбалета убью? Да ладно, прикинь. 2 хп. 2, мать твою, хп, прикинь. Это писос. 2 хп. Глушите с винтовок. Мой вам совет. Глушите только с винтовок. 2 хп осталось. 2. Прикинь, 2. Я на один бы раз больше кулаком бы ударил, и все, не было бы этих 2 хп. О, боги. Это безумие. Такс. Одно мясо 8,5%. Неплохо. Оглушение вообще практически не спадает, так что все, огонь остается только патрулировать. Очень мало хп, очень много торпора. То есть хп меньше, чем у аргентависов, торпора больше, чем у аргентависов. И либо столько же. Ну, в общем, хп меньше, поэтому арбалет наносит очень много дамага, поэтому я первого-то и завалил так с легкостью. Оглушайте только с винтовки. Но томится быстро. Вот смотрите, я ничего не делаю. Еда очень быстро сбрасывается, томится крайне быстро. Так что все, огонь. Фух. Здорово. Кстати, вот кого первого я встретил, 120-го, того в итоге и томлю. На последующих 120-х я просто потренировался. Ну, на одном, по крайней мере. И тамблю в итоге. Главное, чтобы тот 60-й левел сюда не прилетел и не начал случайно зацеплять Snow Owl. Ух. Ну, томится быстро, это здорово. Быстро отсюда свалим. Кстати, решил сразу посмотреть, что требует стло. Все как обычно. Хитин, волокно, кожа. Ну, или кератин. В общем, как на аргентависа. 185, 350, 150... 185, 350, 150. Ну, в общем, то же самое. Так что все просто огонь. Ну да. И томится крайне быстро. Здорово. Кстати, наркобарик, наверное, надо вкинуть. Также голову вроде быстрее спадает. Ну да, вроде как быстрее. Но опять-таки же сложно сказать. Ну, кстати, насчет расхода стрел, я не помню, вроде бы у меня 100 было в итоге, да, после первой попытки оглушения оставалось 100, и одна здесь осталась 60. То есть 40 транквил стрел, это вполне неплохо. Дротик, примерно, раз в 2 меньше, но примерно хотя бы понятно, 120 сколько нужно. Но, блинский, да уж, 2 хп это весело. 2015 хп это вполне неплохо. X, кнопка. Да, 2015.1. Урон. Ну, это мы уже, думаю, затестим на базе. А сейчас все это дело разобрать и дорога домой. Ну, что я уже могу сказать? Летает явно быстрее аргентавис, как я и говорил. Сейчас сравним, насколько быстрее летает, чем Тер.
Это все сравнить легко. Опять-таки же быстрее Аргентавис летает. Почему? Потому что я лечу на ускорение на Аргентависе, и он меня постоянно пытается догнать. И сейчас проверим, как летает с Птером. Ну нет, что-то среднее между Птером и Аргентависом. Потому что Птер вообще просто... Просто, короче, чувак, давай быстрее, давай быстрее. Это что сейчас было? Он пикировал, как грифон. Окей, так, погоди. Сейчас проверим наоборот, полетим, и потом его проверим, обязательно потестим. Офигеть! Ну да, с Птером тут, конечно, вообще никак не сравнимо. То есть вот сейчас лечу без ускорения, и примерно у них одинаковая скорость. Начинаю ускоряться, и как бы все. И это было как бы логично. Да, Птерчик — это Птерчик. Все-таки это быстрый... быстрый летун на первых порах. Но! Я кое-что увидел. Офигеть! Класс! Он умеет пикировать так же, как и грифон. А это означает, он будет ускоряться. Класс, интересно, а он дамаг наносит дополнительный? Так, давай спикируем сначала с маленькой высоты, посмотрим, я дамаг получаю от этого, если я приземлюсь или нет. Офигеть, он умеет пикировать, это здорово. Так, ну-ка давай-ка посмотрим его скиллы. Есть кое-что на левую кнопку, на правую кнопку мыши. Оп! И это, мать его, защита! Так, с энкапсулатор протектед, то есть он защищает, не, он себя защищает и хиляется. Так, ну он тратит, что ты у меня тратишь, дофигища, а ты тратишь еду, хоп, и я в защите. И он еще и хиляется. Интересно, он меня еще дополнительно хиляет или нет? Но! Так, также можно из этого выйти. То есть он покрывает себя льдом и всех льдом покрывает. Так, погоди, надо отдохнуть ему. Оп! В радиусе! Такс, окей. Это клево. Погнали, потестим. Так, обычная атака. Охренеть. Офигеть. Это я сейчас нажал на С. То есть по дефолту у меня это на присесть. Так, спикировать я хотел с маленькой высоты. Так, отлично, он сразу же присаживается, все нормас. Я обожаю его, ты смотри, какой эффект. Я его уже обожаю. Посмотрите. О, почти получилось так. Я слишком рано нажал. Офигеть. Такс. Это клево. Так, ну давай проверим сначала защиту. Эй, чувак! Слышь! Кусок болтов! Теперь так. Оп! Да, так дамажу по 10, сейчас 4. И при всем при этом я еще и хиляюсь. Отлично. Так, жмем на Ctrl. И я вижу свой чужой. То есть я в целом, то есть это инфракрасник, то есть я вижу не свой чужой, а я вижу в целом, кто где находится. И, соответственно, я вижу их. За препятствиями? Нет, за препятствиями не вижу. То есть это чисто... А, не инфракрасник, тепловизор. Тепловизор. То есть я вижу свой чужой. Хотя немножко кривовато тепловизор, так как это вот это роботы, и по факту это не тепло, но все равно. Дамаг. Давай посмотрим дамаг, какой ты наносишь. Ходит, конечно, медленно. 74. Ну, неплохо. Да, это больше, чем Аргентавис, я не спорю. Но и Аргентавис я томил меньшего левела. Так что будем учитывать только одинаковые левела. Ну, опять-таки же, рандом, все дела, это все нормально.
Слышь, ты какого левла? Ну раз так сильно бьешь. Так, погоди-ка. Ну-ка. А вот теперь давай вот так вот встанем. А, черт побери, я забыл, что ты умеешь телепортироваться. Так, не-не-не-не-не, чувак, давай, короче, без этого. Надеюсь, сюда ты не можешь телепортироваться, ты же только на короткие расстояния телепортируешься. Так, включаем защиту. Ты смотри, как он хиляется. Да, ему нужно выносливость качать жестко. То есть он тратит выносливость, и, соответственно, он не может хиляться. Но как он хиляется? Как он жестко хиляется? И так, оп! Ты смотри, как он жестко хиляется. И, как я понял, он не только себя хиляет. Он всех в этом протекторе хиляет. Но это не точно. Это нужно тестить еще. Но! Надо проверить... Урон. Так, погоди, какой проверить урон? Выносливость. А у него какахи выглядит по-другому. Прикинь. И она обзывается по-другому. То есть это не просто. Ну, это как удобрение, да, по факту, все дела. Но это другое. То есть она обзывается. То есть небольшое, маленькое, среднее. А она так обзывается, типа егошнего. Надо будет поэтому прочитать поводу. Так, и что? Так, вот в кармане держать не буду. Ты нагадил, ты и держи у себя. Что я хочу проверить? Урон на скорости. Вот это вот. Бэнкс! Нет, не получилось. Хорошо, потренируемся. Ага, он их замедляет, то есть он их делает медленными, то есть он их как бы это замораживает. Вот, и соответственно он их делает медленными, и они тормознутые прям на ура. А, так же как Аргентавис хиляется за счет трупов. Это неплохо. Так, но однозначно надо здоровье качать. Хотя бы 3000. Ну, в целом, классный. Так, если влететь чисто по прямой, то ничего. Но стоит немножечко снижаться, то он уже сразу начинает ускоряться. О, какой левел. Ой, мелкий. Вот такие вот народ дела. Ну, конечно, мне понравился егошний Night Vision. Так, о, ничего. X ничего. Ой, не Night Vision, а именно тепловизор. Это прям меня удивило. Это ночное зрение. Это, наверное, все-таки называется ночное зрение по большей части. Так как он все-таки ночной житель. О, луна разломанная теперь хорошо видна. А, соответственно, выключаем, ее не видно. Хе-хе-хей. Классно. Классно, классно, еще раз классно. Так, здесь все то же самое. Здесь все то же самое. Ну, все, все по дефолту. Такие вот народ дела. Вот такой вот классный зверек. Вот такой вот, кстати, да, он получается не серит. Он получается как будто бы отрыгивает. То есть, видите, у него она спереди появляется. Так что это... Не, можно так сказать, не какашки. А. Нашел, короче, почитал информацию, во-первых, про сову. И кое-что я нашел дополнительное. И еще. Пелет — это гранула. То есть, ну так, как я и сказал, это отрыжки по факту. Но в чем у них плюс? Во-первых, они разлагаются дольше. Используются дольше. А во-вторых, то есть большой... Большая какуля имеет 35 тысяч азота, а здесь 50. Если что, удобрение имеет 54. Ну вы поняли. То есть по факту я сейчас держу 3 удобрения. Прикиньте. То есть это просто сова. И как часто она их бабахает. Учитывая, что ты это можешь вызвать с легкостью. Заборосился. Выносливость потратилась. Он такой, оп. Давай хавать. И накидывать удобрения.
Прикольно. Но это еще не все. Смотри, что и умеет эта совушка. Смотри так. В воздухе. Заморозочка. Бомбардировка нафиг. Классно. Это тоже скилл, если что. Это не просто так я багом, точнее багом не багом, а тупанул и в воздухе нажал. Нет, это скилл. То есть это бомбочка. И замораживаемся. Блин, ну почти получилось. Так, выше. Это нормально, что ты пузом кверху, да? Блин. Так, погоди, стоп, погоди, все. Так, она идет туда. И замораживает. И хиляет. Да, то есть это расчет на то, что ты можешь так своих союзников похилять. Кстати, сейчас это проверим. И также сова, то есть, допустим, вот Аргентавис, да? А, медведь. Ты его, если стрелами томишь, шанс убить. Но с помощью совы ты можешь его вылечить. А, то есть то, что я делал, убивая себя и заставляя их жрать, мой труп, теперь можно сделать все легче. То есть подходишь и хиляешь. Так, ну-ка давай-ка. Да, и вот они хиляются. Огонь? Огонь, конечно же огонь. Черт, застрял. Вот, к примеру, прокачал ХП. Я и так собрался качать ХП. Заморозили. И похилялся. Но вы поняли, для чего нужна сова. Вот такие вот народ дела. Сова очень классный питомец. И просто я бы не сказал бы, что это просто... Не, я бы так скажу, это незаменимый питомец на базе как на ранних стадиях, так и на поздних. Когда ты можешь, допустим, пойти на босса, кто-то сидит на сове, и, допустим, у чувака мало ХП, он оттягивается назад, чувак на сове, другой он на сове хиляет, и он обратно вступает в бой. К примеру, так. Да, во время заморозки ты ничего не можешь делать, но очень-очень крайне быстрые лечения. Такие вот народ дела. Ну, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорит, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.